А сейчас отличная новость для настоящих киноманов. В Лос-Анджелесе состоялась долгожданная премьера 5-го «Терминатора». Интервью с Железным Арни и его коллегами с красной ковровой дорожки раздобыла наша Алина Элиджи. Смотрим. Страшный киборг является на Землю из прошлого, чтобы убить Сару Коннор. Девушка в будущем родит ребенка, который объявит роботам войну. С этого начался «Терминатор» в 1984 году. Детка, тебе конец. Потом будет аж 4 экранизации, за время которых «Терминатор» умрет и оживет, встанет на сторону людей и будет защищать Сару. Этим он займется и в нынешней 5-й части. «Железное чудище» 30 лет спустя снова играет железный Арнольд Шварценеггер. Терминатор? Приятно познакомиться. Актеру уже под 70. Он и в губернаторах успел побывать. Жениться, изменить жене и развестись, а все никак не угомонится. Да и как не вернуться на экран, если твоя коронная фразочка «Я вернусь»? I'll be back. What? Что? Играть Терминатора для меня – это как кататься на велосипеде. Очень просто. А вообще забавно снова надевать эту кожаную куртку, обтягивающую майку и кожаные штаны. Я обожаю этого старикана. 67 лет, а он по-прежнему круче всех. С чувством юмора у старикана тоже все в порядке. Чтобы раскрутить фильм, Арни на пару часов заменяет восковую фигуру Терминатора в музее Мадам Тюссо на себя самого. Давайте-ка еще одну фоточку. Как настоящий. Так это я и есть. Трогать нельзя. А на премьеру в Лос-Анджелесе Железный Арни приглашает своего друга Стального Сталлоне. Фанаты даже рты пооткрывали. Он-то откуда здесь? Завесу над этой тайной друзья не приподнимают. Зато в очередной раз доказывают, задора им не занимать. Арнольд отлично держится. В этом ему нет равных. Нет, ну я, конечно, сильнее его, но он очень близок к вершине. Близок, слабо сказано. Ведь в новом «Терминаторе» Шварценеггеру по сценарию предстоит встреча с собой молодым. Весьма неприятная для актера с таким пробегом. Я тебя ждал. Молодого Арни создали с помощью специальной программы, но старый и реальный ему помощи вовсе не уступает. Правда, чего ему стоят все эти камбэки, Арнольд не распространяется, держит лицо. Но поговаривают, что из зала бывший мистер Вселенная как не вылезал, так и не вылезает. Другой бы человек в 67 лет сказал бы: ребята, я так уже не смогу, но я-то тренируюсь каждый день, и я в отличной форме. И мы сделали этот фильм. Я не уставал и не выдыхался, и даже не получил ни одной травмы. Так что не думайте, что я устарел. Не устаревать стареющему актеру придется долго, как минимум 4 года. Ведь к нынешнему «Терминатору» планируют доснять еще 2 серии. Премьера последней датирована 2019 годом. Когда меня спрашивают, буду ли я еще сниматься в «Терминаторе», я отвечаю одно. I'll be back. Алина Риджи, про новости.